лес на стволе рукой, ибо я желаю, как кто-то говорил, вот ты когда увидишь ту колючку, ты поймешь, как тебе ее перелезть. Я рукой спрос на стволе, там что-то перешагнул, переступил, там перепрыгнул, за мной товарищ перепрыгнул, получается, там чутка примерно, там трусить ручку, ну, такое, шел этот, и получается, я первый перепрыгнул, побежал в лес, получается, там перерыто метров 20 надо пробежаться. Я побежал в лес, вин за мной, я говорю, давай быстрее, потому что мы уже устали.